Сегодня 24 июня. У нас утром был дождь. И промочил где-то сантиметров на 5 до 5. А дальше у нас вот земля, почва сухая. Потому что так у нас последний дождь был, можно сказать, 20 мая. Это вот посевы так выглядят. Яровой пшеницы триза. Конечно, этот дождик, он даст какой-то силы. Может, даже опустит азот тот, который на поверхности зафиксировался. Но вот так вот пшеничка с низкими нормами на данный момент выглядит. Это вот 1 миллион. А это вот 2 миллиона. Что вот так? 1 миллион 40 килограмм. Что, Миш? Нет, Миш, это случайно растет. Ладно, хорошо. То есть это 1 миллион. Во всяком случае, мне нравится. И даже у 1 миллиона нижний ярус листьев уже высох. Да, это хорошо. Это 2 миллиона, нижний ярус до среднего яруса уже сухой. 3 миллиона. Ну, здесь можно еще как бы наблюдать по до середины стебля. Пшеница высохла. Это 4 миллиона. 4 миллиона. И здесь уже 5 миллионов. Посев снизу совсем сухой. Ну, верхний флаговый лист еще держится. Ну, не могу сказать, конечно, что колос прям вот сильно отличается от посева. Здесь 2,5 миллиона в рядке. Но как дальше будет все развиваться, пока тоже не могу прогнозировать. Здесь, конечно, колос постабильнее выглядит. Здесь он разный. В то же время, ну, посмотрим, как это все будет в дальнейшем развиваться.